ребятки, всем добрый день, точнее утро, часов 11, Херсонес Таврический, мне вход бесплатно, по удостоверению, муж как пенсионер 500 рублей отдал, ой, то есть не 500, 250, билет 500 стоит, как пенсионер прошел за 250, а мне бесплатно, так что я сегодня 250 рублей уже сэкономила. Точнее 500. Билет 500. Я как пенсионерка могла по 250 пройти. Но по удостоверению бесплатно. Так, Херсонес Таврический. Видите, какие развалины древнегреческие. Это церковь Владимирская. Видимо, обновленный храм. И там наверху где-то есть еще базилика, колонны древнегреческие. Сейчас здесь вот в море какая-то бухта. Карантинная или как она называется. Сейчас мы тут по водичке ноги. Надо хотя бы это. Я еще не купалась и ноги даже не мочила в море. Но сейчас я сюда, естественно, залезу. Хотя бы ноги помочу. Вот. Сейчас обязательно зайду в воду. Только сниму тапки и носочки. Ой, какая прелесть. Заодно сейчас проверим, какая вода тут. Теплая или не очень. Так, водичка-то холодная. Ребятки, я в такую не полезу купаться. У меня горло болит. Сегодня ночью так кашляла. Вчера съела мороженое. Чистая, прозрачная. Ой, прелесть какая. Платье слишком длинное. Надо покороче одеть. Черный сарафан полосатый. Это уже намочила подол. Я кашляю, мне не стоит в воде холодной долго стоять. Карантинная бухта. Да, мы тут лазим по Херсонесу. Вон там церковь Владимирская. Мы еще там не были. Сейчас пойдем. У меня после вчерашнего мороженого голос пропал. Ну ничего. Думаю, что восстановится. Так. А внизу прям море. Бурлит, вода чистейшая, прозрачная.
Обалдеть. Ребятки, здесь еще какая-то бухта, разрушенный город какой-то, Херсонес. Так, здесь три пляжа, вот большой пляж. Тут, не знаю, какой здесь песчаный, но это уже не карантинная бухта, а другая соседняя. Здесь вот три пляжа, здесь пляж, там дальше, и там дальше еще. Так что, может быть, сюда приедем как-нибудь. Как горло пройдет, дня через три, по крайней мере, в последний день я по-любому залезу в воду. В общем, три дня у меня на лечение. Сегодня что у нас? Четверг. Четверг, пятница, суббота. Четыре дня мне на лечение.
понедельник надо будет купнуться. Понедельник последний день. А лучше воскресенье, чтобы, если что, еще подлечиться. Как вы думаете, быть на море и скупнуться ни разу? Это как вообще? Мужи кашель у меня тоже, и горло, и кашель. Что делать? Через три, может, купнемся, разу уходимся.